Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте победителя еженедельки прошлой. Сразу же с ним списался, он отписал, и в принципе ему повезло, даже очень повезло, потому что он играет на английском андроиде. Ему бы тоже повезло, если бы он с iOS сервера был. Я показывал вам, что здесь офигенные топовые плюшки у нас. Русскому серверу очень далеко. Даже сегодня у нас там куча разных топовых итемов продают, но я успел вчера с ним связаться, и соответственно мы вчера ему забрали офигенного, я думаю, офигенный, самый офигеннейший подарок за еженедельку. Даже там топовые плюшки не сравнятся. Думаю, многие поняли, о чем речь уже идет. Вот так вот. Кто в теме, кто не в теме. Вчера за большой пак на русском сервере здесь продавали Огнекрыла, Некроса и Вольта плюс Арктику. То есть 100 осколков вы получаете, и 100 осколков вам бонусом приходит. То есть вот так вот. Плюс еще кучу, как видите, здесь итемов, сумки, питомцев, руны разные. Короче, в общем, ребят, вот как-то так получилось. Поздравляю его. Ну, это я считаю вообще просто мега топовый подарок под Новый год. С вас лайки, если нравится, участвуйте в еженедельке. До Нового года, думаю, еще успеем одну разыграть. Возможно, на Новый год будет что-то интересное. Так, сейчас, секунду, я гляну, что он попросил забрать вот эти вот итемы. Сейчас мы их заберем, посмотрим его аккаунт. Скидочку вытащил. Вот так вот. Забрали мы все. Ну, здесь, как обычно, все топово. С русским не сравнить. Так, забираем вот это все. Есть, отлично. Поехали посмотрим на аккаунт. Аккаунт у него донатный. Как видите, доната не так уж и много. До Минотавра Тедонина, в принципе, больше. Ну, по сути, так по-разумному не надо. Но теперь у него есть еще все герои. Что особо, скажем так, радует. Надо его теперь свою гильдию забирать. Так, поехали в осколки. Вот, видите, у него были уже немножко осколков. Плюс 200 осколков. Так, раз, два, три и четыре. Жалко, еще Леда Феникса не продавали. Поехали посмотрим, что у него по героям тут собрано. Вот, видите, Некроса нет. Вольт у него есть. Блин, надо было не забирать. Ну ладно, будет в карте. Так, ну, два героя. Остальное все есть, кроме Бугимена. Окей, поехали, откроем. Так, ну давайте начнем с Некроса. Вот как-то так, ребят. Кто верит, участвует. Получают. Так, ну что, поздравляю. Так, что у нас тут еще есть? Давайте честно пооткрываем. Ну, неплохо. Ремочка, психощит, седьмой эмблемки. Видите, семерки падают, честно говоря, не очень по сравнению. Вот шансы с другими рунами, в основном пятерки, потом шестерка одна. То есть вот как-то вот так вот оно падает рандомно. Так, окей, close. Что тут у нас еще есть интересного? Ну, это сумки питомца, он их потом пооткрывает. Сейчас посмотрим, какого левела у него пэты. Лыки. Это все такое утикаха. Давайте идем посмотрим на огника. Что у него тут по талантам есть? Так, ну, изворотливость. Грубая, ну, для Огника, я не знаю, для Некроса тоже, в принципе, я бы Оживу, наверное, поставил, либо Пакт. Так. Было бы смешно, если бы сейчас была пятая ремка. Так, скин у него есть, и скин на Огника у него тоже уже есть. Вот как-то так. Даже прокачанный 10-10, ничего себе. Прикольно.
Тоже себе так хочу. Получил героя сразу же 10-10. Странно, прикольненько, конечно. Семерочка. Видите, как бывает. Так, окей. Поехали, поехали, поехали. Сейчас посмотрим. Давайте питомцев сразу, чтобы не потеряться. Посмотрим, что у него за аккаунт. О, отлично. Питомцы тоже прокачаются. Даже неплохо. 1500 сумок, это немало. Поехали, посмотрим его алтарь. Что у него есть интересного. Так, минус с БВшкой, старенький минус. Да, судя по всему, по талантам у него тут вообще печаль. Дай-ка, да, с талантами тут, конечно, у него печально немножко. Ну, думаю, со временем исправят. Самое главное, что у него теперь есть все топовые герои, которые ему нужны в основном. Так, давайте посмотрим, что у него по снарягам. У нас есть коробочки. Может, что-то интересное вытащим. Так, а ну что у него на тыкве? Тыковка. Ну, в принципе, исцеление есть. Ну, я не знаю, я бы, наверное, Ромаха поставил сюда все-таки. Давайте так прощелкаем по героям, которые у него на архидемона. Так, тут нету ничего. Пиромах. Армии, конечно, тут беда. Сюда поставим. Поехали дальше. Так, четверка. Махатма такая вот, Асурик. Тут у него тоже тут доспех. Блин, нафига он на слепление? Ну, в принципе, можно было. Ладно, поставим сюда на сердцеедка. Можно было Анубису, но Анубису лучше пятерка. Это тоже, в принципе, не особо нужно ей. Дольше жить будет. Сейчас еще пару пооткрываем. 5-5. Ну, это лучше допу ставить какому-то. У кого там у него не все хорошо. У него тут, скорее всего, что много. Ну, давайте сюда поставим пока. Пусть будет. 4-5. Так. Да, у него тут чар нету, поэтому особо трешевать у нас тут не получится, к сожалению. Блин, Минотавру надо было, что-то я завтыкал четверку пихнуть. Было бы получше ослепление, ему не особо надо. Это не те чары, которые особо что-то изменят. Ну, вот видите, у него в основном четверки, пятерки. Так. Пум-пум-пум-пум-пум.
Ладно, не буду я заморачиваться, потому что смысла нет. Прокачает, потом коробки потратит. Мы больше можно допом пораставлять, четверки, пятерки. Может, для Минотавра потом что-то найдет. Не хочу я тратить. В общем, такой вот аккаунт, ребят. Поздравляю, ужас. Ну, очень круто. Награда вообще просто имбовая получилась. Рандомчик, тебе свезло. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. И прожимаем лайки за пацана. Ну, ему реально повезло, фартануло, блин. Все четыре героя донатных. Все, всем удачи, всем пока.